кэшбэк 10% на все. Закажите дебетовую Альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. Доброе утречко всем. Привет. Каролина немножко приболела сегодня. Школа не пошла. Очень много деток болеют. У Маргариты там тоже. У Ксюши тоже больше половины класса болеют. Уже 11:30. Я на завтрак хочу сделать панкейки. Водичку надо налить, Каролина. Завела тесто на панкейки. Пока дети в школе, заехали в магазин. Нужно купить продукты. Ничего себе, огурцы какие огроменные. Яблочки надо набрать тоже. Вот эти вот вкусные яблоки. Местные вроде. Хлебушек. Я люблю такой с орешками. Вот этот вкусный. С орешками, с грецкими. Ага, я знала, что он тут. Ну, хотя бы это... Какое? Вот это манго. Значит, мы возьмем манго. Йогурт, наш любимый йогурт. Какой? Так, еще мне нужно молочко. Но нам перед Новым годом все равно, конечно, нужно прям контрольную закупку сделать. Сноуборд у нас еще здесь лежит. На завтра, ну вообще на выходные, наконец, этой недели у нас вообще на завтра, на послезавтра передают плюс 12. Сегодня где-то плюс 6, плюс 8. В общем, у нас Рождество, Новый год, скорее всего, без снега будет. Вот Каролине подарили игру. Кто я? У нас раньше такая была, но у нас немножечко другая. Здесь изменили правила. Добавили вот такие фишки. Здесь интересные, как их называют, я не знаю, ободки. Видите, тут и единорог, корона. Что еще добавили? Часики. Где часики были, часы? Вот часики, да. В общем... Часики переворачиваются, и ты должна будешь задавать вопросы. Давай. И угадывать до тех пор, пока вот не закончится этот песочек весь, не пересыпется. Все, побежал в школу. Бабуля подарила ему на день рождения такие вот бутсы футбольные. Он теперь всем тут на обозрение, на кухню поставил, чтоб все видели. Да? Давай, давай, беги. Беги, беги. Панкейки вкусные, понравились? Все варенье почти съели. Я так и не поела. Маргоша, у тебя в школе тоже много кто заболел? То есть в классе? Болеют? Мне сегодня пришла вот такая вот штука, чтобы чистить от шерсти мебель, либо ковры. Почистила у кота его домик. Идеально просто собрал всю шерсть. Все уже дома, кроме Маргариты. У нее сегодня, по-моему, до 5. Мне быстренько нужно сварить ужин, и, скорее всего, я буду варить супчик. Да. Это ты сделала? Да. Книжечку? Да. Ух ты. Молодец. Я хочу хот-дог. Ты хочешь хот-дог? Да. Я хочу. Как твое горлышко? Болит? Больно глотать? Немножко? Я и сейчас фильмы включаю на немецком языке, чтобы она больше немецкого слушала. То она у нас тут на русском, на испанском. А немецкий вообще у нее только в школе. И нам сказали, чтобы дома она тоже, если мы не разговариваем на немецком, но чтобы хотя бы она смотрела фильмы и мультики на немецком языке. Дружок мой тут пылесосит, пока я готовлю. Удобно, конечно. Одни дела делаешь, а он твои дела другие делает. Очень люблю я фисташки. Илья его принес недавно с работы. У него там сотрудник один из Турции. Вот он нас угощает постоянно турецкими фисташками. Очень вкусно. Я решила супчик сделать с клёцками. Кэшбэк 10% на все.
Закажите дебетовую Альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. Нам тут уроки принесли. Каролина же сегодня не пошла, ей принесли уроки. Бина, тебе нужно написать, да, слова? Так, тут у тебя что-то неправильно. Или уже исправила? А, ты написала с большой, нужно было с маленькой. Здесь нужно было наоборот. У тебя там что? Покажи. Я еще два. У тебя покажи, что там. Митвох тоже у тебя. Давай, с чего начнешь? С математики? Давай математику сначала. Хочет наверх. Что ты там? Что ты хочешь там? Там что-то спрятали, наверное. Там нету. Что-то спрятали. Да? Ну, давай, давай. Где? Давай. Где, где, где? Где? Давай сюда. Прыгай, гони. Что там? Что она потеряла? Странно. Вот что! Хлебушек? Мам. Я не взяла хлебушек. Нет, нельзя. Нет, нельзя, нельзя. Нельзя тебе хлеб. Нет, все. Нельзя. Я тебе не дам хлеб, сказала. Нет. Не дам, не дам. Давай. Маргарит, хватит? Мало. Мало? Ну посмотри, если... Мне кажется, хватит. А куда тебе нужно клеить? Вот сюда, на где горы. Потом вот сюда. Наверху же не надо? Нет, ну тут надо. Еще совсем немножко. Ну и все, хватит. Смотри, как много. Мне кажется, хватит. Маргарита делает проект. Как он называется? Атмосфера, да? Атмосфера. Мы делаем... Учитель сказал сделать 3D. Мы вырезали вот такие вот штуки. И вот сюда сейчас. Это эти спутники, да? И приклеим вот так вот. Он будет. Сюда она еще хочет вату наклеить. Потом у нас воздушный шар, самолет. И еще обведет буквы белым, да? Чтобы их видно было. Вот воздушный шар. Ну все. Вроде держится. Вот так вот. 3D будет плакат. А потом нужно рассказывать или просто отдать? Нет, просто отдать. Просто отдать? Просто повешать. Ты уже какую-то, Маргарита, какую-то картину рисовала, да? Потом учитель повесил это на стену в классе, да, или возле класса. Да, я уже могла рисовать. Хорошо нарисовала, что на стену повесил. Там она все еще висит, да? Это она этими акварельными, да, красками? Ладно, клеим дальше. Что там нам осталось? Самолет? Эти, а это что? Кометы. Кометы? А кометы куда клеятся? Вот. Все. Все, закончили. Эти маленькие. Приклеили все. Такие. Придышные. Вроде держатся. Ой. Тут еще Маргоша обводит буквы. Чтобы хорошо видно было. Так прикольно смотрится. Она боится, что у нее не хватит. Мне же хватит. Готов плакат. Прикольно получилось. Тут она пропустила букву. Выпала она просто, да? Ты ее не пропустила, она выпала. Из слова. Ну, все, готово. Все, собираемся спать. Время уже 9 часов. Завтра школа. Каролина. Все. Пошли, пошли. Горлышко болит, я горло. Побрызгала горлышко. Все, давай. Укрывайся своим пледиком теплым и спать. Давай. Вот у меня бабуле еще ногти надо делать. Я тоже пораньше спать хочу лечь. Так, что здесь у нас? За ураган. О, кровать у нее опять. Как вот она собирается спать? Так. Я вот уберу эти игрушки по коробкам под кровать. Она опять достанет. Целых 2 единорога. Один раньше Маргариты был. Маленький сюда поставить. Это ей подарили. Такой мягкий. А, какой он мягкий. Вот я к стенке подкладываю, потому что, получается, это у нас угловая. Она такая прохладная. И она очень любит... Каролина любит спать близко к стене. И чтобы она не замерзала, я вот так вот обкладываю игрушками. У Макса тоже, кстати, на выход стена прям на улицу. Я ему тоже обкладываю игрушками. Прям сильно-сильно холодно? Да. Ну, давай я тебя еще сверху укрою. Вот так. Все? Так, не будет холодно? Маруська. Все.
Включаем светильничек и уходим. Спокойной ночи. Начинаем. Сколько мы? 2 месяца не делали? Да. Рекорд, новый рекорд, он как отросли наполовину. Но зато целые, ни один не поломался. Я говорю, зато целые, ни один не поломался. Начнем. Стоп, мне нужно поменять. Так. Мне тоже, кстати, нужно сделать вон как отросли. К Новому году нужно переделать. Снежинки. Такой получился фиолетовый, нежный. Здесь полностью блестки. Здесь, наверное, наискосок френч. Еще снежинки хочу нарисовать. Новогодние ноготочки. Коробочка с разными фигурками. Это уже все подсохло, поэтому я сегодня буду покрывать лаком. Вот такой вот у меня 2 в 1 лак и грунтовка сразу. В общем, вот такие вот у меня тут подсвечники всякие разные. Вот такой. Крышечки. Вот такой вот я сделала. Подносик, как бы подставка, да, под что-нибудь. Вот. Что у меня тут еще новенькое? В общем, простые. Такие. И такими вот ромбиками тоже симпатичные. Это у меня подсвечники. Будет свечка заливаться. Так, вот такое вот я сделала. Не знаю, показывала, не показывала. Решила попробовать. Вот у меня новая фигурка. Я вроде не показывала. Такая колонна. Вот эти вот тоже я недавно сделала. Они уже подсохли. Такие вот девушки симпатичные. С розочками в волосах. Вот, в принципе, уже получается намного лучше с каждым разом. Уже научилась, как пузырьки все эти убирать. Вот, тоже красиво получилось очень. Такая вот девушка с закрытыми глазами. Так, ну вот это я показывала уже. Эти у меня бракованные. Я их себе оставлю. Вот этот Лёва. Не знаю, показывала или нет. Такой вот тоже свечка красивая получится. Вот такая вот тоже подносик маленький, небольшой, но он мне совсем не понравился, потому что он очень тонкий и очень хрупкий. Мне кажется, его один раз там, не знаю, задеть об что-нибудь, и он треснет. Он очень легкий. Прям трогаешь его, он тоненький. Поэтому я не буду такие делать. Я не знаю, лаком покрою, посмотрю, может быть, станет немножечко покрепче, но сейчас это просто как бумага. Такое ощущение, что картон. Из картона сделано. Поэтому мне не понравилось. Я, наверное, не буду с этой формы делать. Вот. Тут у меня крышечки отдельно. Это у меня оставался материал, чтобы не выкидывать. Я заливала крышки. Вот. Ну и все, в принципе. Есть у меня здесь. А, это вот такие вот подносики маленькие. Под свечи. Вот здесь я даже пробовала узор какой-то сделать. Такой вот получился. Вот, это все нужно это все шлифовать. Я в форму вкладывала такие цветы, сухоцветы. И мне хотелось, чтобы здесь как бы были такие, знаете, просветы. Вот, видите, получилось. Все остальные, они утонули. Они тут где-то внутри. Я не знаю, где. И я еще захотела, этот я сама сделала, я вот так вот разрушила и хочу золотом покрасить. Эти поталью. Вот такая вот шкатулочка у меня тоже получилась. Можно, в принципе, оставить как шкатулку, а можно и свечку залить туда. Планировала я сюда заливать свечи. Вот так вот. Будем отдыхать, все уже спят.
Да. На сегодня буду заканчивать влог. Всем пока. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем влоге.